Слушай, посмотрите, кто ко мне приехал. Моя Китуша из Батуми. В гости приехала, мечты сбываются. Когда чего-то хочешь, всегда все сбудется. А у нас в Мерсине похолодало. Не знаю почему. Ну, зима должна же когда-то наступить. Дождик. Мы на вокзале. Вот вокзал Мерсина. Ашкем впереди. Вот такая вот Кеты моя приехала. Вы ее видели, наверное, видео с моих из Батуми. Вы в гости к ней ходили. Ну все, самое интересное впереди. Всем привет, мои хорошие. И вот самое интересное продолжается. С вами Светлана Ата. Это моя Китуша, которую я встретила сегодня, которая приехала из Батуми, моего родного Батуми. Немножко расскажу о ней. Она, значит, коллега по работе. Мы вместе с ней работали в клинике медсестрами, а также она моя крестница, а также моя очень близкая подруга. И были такие времена, когда мне было плохо, и она мне протянула руку помощи. И, конечно, доброта никогда не забывается. Так вот, мои хорошие, Кэти у нас в гостях. Привет, Кэти, скажи. Привет. Привет. Посмотрите, мы так сели чуть-чуть покушать. Вам интересно, что я покушаю, что я приготовила? Ну, я приготовила суп щавельный. Два салата у нас, рыбный, винегрет. Мой Ашкем же не любит винегрет. Вот Кэти поможет мне его съесть. И такую курочку приготовила. Так, мои хорошие, вот я приготовила курицу, пожарила. Это я вам потом расскажу. Отбила в яйце и в сухарях, которых я сама приготовила. И в масле пожарила. Щавельный супчик у нас такой с яичком. Винегрет мы будем с Кетой кушать. Мой муж же не любит такой. А ему я сделала рыбный салат, который рецепт есть у новогодний салат 2020. Так что и нам, и вам приятного аппетита. И мы тут чуть-чуть по винцу, по стаканчику выпьем за дорогу. Всем пока-пока. Ждите наших интересных видео. Моего коня белогривого. У меня уже есть с кем попеть русские песни. Короче... Ой, такое горькое. Морковку горькую я первый раз здесь в Турции ем соленую. Короче, друзья мои, Кэти шалган не понравился. Вот, шалган. Нет. Не понравился. Вы знаете, что я ее понимаю, потому что у меня была такая же реакция, когда я приехала, когда мой муж меня первый раз угостил шалганом. Я вообще отвращение вызвала. Но с каждым разом мне он нравится, потому что его очень вкусно с тантуни кушать. Так вот сидим и кушаем. Посмотрите репортаж. В Анталии приплыла акула. Нашли акулу. Посмотрите. Вы видите? Какой ужас. Кэти, не правда ли? Какой ужас. Вайми. Вы видите? Вовремя ее поймали. Всем привет, мои хорошие. Я второй раз одела шапку. Представляете, я думала, что мне не понадобится шапки здесь. Потому что в том году я ни разу не одевала ее. Ну вот сейчас вот иду на зумбу с утра. И приятно так одеть ее на голову. Ко мне приехала моя подруга, крестница. Я пока еще, знаете, как во сне, потому что все это так спонтанно. Она медсестра. Она была старшей медсестрой нейрохирургического отделения. А я старшей медсестрой урологического отделения большой клиники частной. Мы очень сблизились, поддерживали друг друга. И вот сколько времени потом я ее покрестила. И у нас очень близкие отношения. Так что, мои хорошие, теперь я на Новый год буду с моей подружкой рядом. Это так приятно вообще. У меня муж так хорошо отнесся к ней. Инициативу такую принял на себя. Вообще он у меня сокровище. Ну все, я уже пришла на зубы. До встречи.
Мои хорошие, мы с Китушей находимся в Мерсин-форуме. Она такая смешная, вообще смеется. Ой, Ашки мне кое-что купил, мне кое-что, много чего. На зумбу новый костюмчик у меня комплект будет. Вот такой вот мы гуляем с Кетой. Да. Да. Кетя, тебе нравится Мерсин? Нравится. Пока очень. Она еще только ничего не знает, кроме моего дома и форума. Но ей понравилось. Главное не то, что вокруг, а какие люди рядом. Правильно? Точно. Друзья мои, посмотрите, Кэти первый раз пробует лахманджун. Она, мы так быстро съели тантуни, что забыла я заснять, проголодались. Сделали покупки перед Новым годом. И вот Кэти кушает лахманджун. Вот такой. Ну как тебе турецкая кухня? Очень вкусно. Вкусно, говорит. Вот Кэти знакомим с Мерсином, с форумом. Вот такой вот здесь на форуме находится. Я вам давно хотел сказать. Показать это все, где разные кафешки и кушают. А вот такой пакет мой муж мне сделал подарки из поло. Ой, что-то здесь такое красивое. И мне новый костюм спортивный за зумбу.